Описывая негативный вопрос, читали ли вы книгу Гугнова, которого опубликовал? Я не читал, читать не буду. Вот, я с вами. Нет славы. Да. Как никуда не денешься, понимаете? Да, да. Я единственное могу сказать. Дело в том, чтобы что-то писать, ну, мне просто рассказали, я не читал. И высказано, как он делал в книге, надо быть, в общем-то, будет, наверное, в нашей компании, понимаете? Да, да. Все это пройти, а так как его в компании не было, он был. Ведь наличник, отшельник от нас. Uh-huh. Поэтому такие вещи говорить не знаю. И только услышав от кого-то, да, да. Вот. И с другой стороны, но он бедный человек. Дело в том, что вот мы все, вся наша команда, мы вспоминаем прошлое, все эти там, допустим, шутки, переворотки, что у нас было. Мы постоянно до сих пор это все вспоминаем. И мы сразу с фулочем его сказываем. Ну, а ему, он бедный человек, он этого не может сказать. Поэтому... Ваш вызов.